В городском военном госпитале проходят работы по ремонту палат и операционных, в связи с чем волонтеры просят граждан и строительные фирмы оказать помощь рабочей силой и стройматериалами. Кроме того, по информации волонтера, в скором времени в госпитале будут открыты 6 палат нового отделения травматологии. Для завершения ремонта необходимы прикроватные тумбочки, вешалки и жалюзи. Волонтерам госпиталя также требуются рабочие руки. Для согласования необходимой помощи следует обращаться по телефону 098 976 74 37.